Гостей из Пятигорска, Кисловодска, Кирова, Ставрополя и других уголков России Брест принимал в первый раз. Для российских коллег это ответный визит. Нотариат Беларуси был у них в гостях в Ставрополе год назад, где была заложена основа тесной дружбы. И хотя в списке обязательных мест посещения локаций много, на территории Брестской крепости молодые нотариусы встретились не случайно. Это мероприятие направлено именно на то, чтобы нотариусы узнали друг друга, общались. Профессиональное общение, оно всегда приносит пользу работе. Ну и, конечно же, гостей наших мы не могли не привести в святое место для каждого брестчанина и для каждого белоруса, в Брестскую крепость. И мы надеемся, что они полюбят также наши места и будут также свято чтить нашу Брестскую крепость. Нам невероятно приятно находиться здесь, на этой гостеприимной земле. Наш визит совпал с днем славянской письменности, которая в очередной раз символично отобразила то, что у нас очень много общего. И у нас общий язык, у нас общие традиции, у нас общая культура. Но сегодняшний день подчеркнул то, что, наверное, одно из самых главных. У нас общая история. Всего в мероприятии под очень говорящим названием «Этой памяти верны» приняли участие 45 человек из разных точек России и Беларуси. Для них была организована обзорная экскурсия по территории мемориала, а также посещение экспозиции. Я хочу сказать, что молодые нотариусы очень активно работают. И я желаю им процветания и чтобы эта работа приносила большие-большие плоды. Символично, что встреча Совета молодых нотариусов Российской Федерации и Республики Беларусь проходит в Дни славянской письменности и культуры. Мы рады приветствовать наших коллег на территории города Бреста и очень рады, что эта встреча начинается и берет свои истоки именно здесь. Республиканский совет молодых нотариусов создан в прошлом году с целью развития профессионального и творческого потенциала. Специалисты в области права пробуют свои силы в разных направлениях, от участия в семинарах и круглых столов до проведения благотворительных акций, спортивных марафонов и патриотических проектов.